Thank you.
Не то, что отец. Не то, что надо заказать. Thank you.
Thank you.
Неправильно заряжал через сюда. Нужно заряжаться через сюда. Поэтому было напряжение на некоторых ячейках. Да, еще очень выше. Еще 3 и 7 вольт. Знаю, это испортило уже теперь. Емкость не упадет на сильно по этой причине. Вы 4 и 7. Начали.
Вертер начал гудеть, трещать, это или вентилятор, или что-то. Уже 15 сантиметров часов набрала. Дал 35 ампер часов. Изначально тут было 44,7 ампер часа, напомню. Триста пятьдесят ватт. А там еще оверфактор. 0,93, так надо киловатт умножить на 0,93. И учитывая инвертор и КПД, примерно получается одинаковая мощность показывает. Значит, итог примерно, емкость примерно правильная. Уже начало быстро падать напряжение. Значит, уже быстро кончится. Уже появился большой дисбаланс вот тут. 0,40, 0,69. Он начинает балансировать. Я настроил 300 миллиампер. Вот когда появится разница в 0,3 вольта, тогда будет балансироваться таким током 0,3 ампера. Вот на 50, по идее, он должен балансироваться. Почему-то не балансирует. Вот там напряжение до калибровки, чтобы можно мультиметром померить, записать вот это напряжение. Только он никогда разряжается, когда он в какое стоит, и тогда он подкалибруется и будет измерять потом напряжение. То есть мультиметром измерить и записать вот это напряжение. И будет он разряжаться до 2,6 вольт. Теперь минимальное 2,8 будет. Вот если наберет до 44,7, тогда ровно наберет 40 ампер часов. Будет соответствовать заявленной емкости. Более-менее. Потому что
Всем ясно, при каком токе он должен набрать этих 40 ампер-часов. Возможно, они балансируют, вот тут хоть и дисбаланс очень сильный, 0,74. Потому что слишком низкое напряжение, он чтобы не тратить энергию, что, возможно, поэтому не... Вообще тут нигде не указано, что он при таком напряжении не будет балансировать. Поэтому непонятно. Ну все, отключился. Protecting cell under voltage. Ну, 44, и снова включился. Если одну лампу открутить, тогда... Ну, доберет, может. Ну, до 2,6, четвертая дойдет, и он снова отключится. Или до 2,5. Ну, вот, немножко не добрал до 40. Ампер-часов. Ну, подключается, то выключается. Вот дисбаланс какой сильный. Если вот эту лампу включить, она горячая, этот не такая горячая. 60 ватт, это 90 или 116, это 150. Теплый. Даже при таком относительно небольшом токе, мощность 300 ватт, такой теплый. Инвертор более теплый. Вот почти набрал 40 ампер-часов. Открутил эту лампу. Теперь. А когда 2,65 наберет, Under Voltage Protection, наверное. Тогда он снова включится. А когда 2,5 будет, он вообще пойдет спать, наверное. Вот, 44,7. Ровно 40 ампер-часов набрал. Только жаль, что 2 часов не пишет. Тут 1,2 киловатт-часа, но тут, наверное, не знаю, ли пауэр-фактор там учитывается. Вот самое горячее место, 28 градусов.